Вы попадаете в кадрети, что я снимаю на ходу. Себя признать хотите, как голливудскую звезду. Но вас затмит зверек смешной, он представитель фау. И внешностью, и няшностью отправил всех в нокдаун. Какой-то белый какаду, которого поймал Вольф Кислинг. Птенцом уже давно Канарский лоропарк зачислен. И этот попугай готовою звездой, пернатый разгильдяй. На череп хохолки, нет крыльев пустяки. Но вам бы плавники, вы будете звездой морской, дельфином и русалкой. А рыбку дать вам дрессировщику не жалко. В касатку превратиться, китом стань белобоким, чтоб зритель на трибуне удобно примостился сбоку. Прыжок, мирок, хвостом вильну, сорвать аплодисменты, стать главной героиней и актрисой в киноленты. А если что не так, то оставайтесь тем, кем были. Хоть предложение стать русалкой все же в силе. И welcome в лоропарк. Таиланд, Сиам на аквапати. Под ярким солнцем жаркий день, то очень кстати. Шанс, что удастся там себя сдержать, увы, ничтожный. На горке в плавках дырки протереть возможно. И вот уже глаза закрыв, летишь ты вниз. Эмоции, взрыв, восторга, шок, твой приз. Аквапарк Сиам так щедро дарит счастье нам, негу и загар телам. Мне кажется, еще чуть-чуть, и мы уже в воде, как рыбы. Зато тебе, Сиам, спасибо. Как хочется порой попасть нам в детство и увлечься той игрой. Билет входной на счастье в руку крепко ты зажми. Остаться, чтоб детьми.